Всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас такой очень яркий, выразительный макияж глаз. И кому интересно, как я сделала такой макияж, то оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! У меня уже нанесен тональный крем на лицо, сделана коррекция лица, также нарисованы брови и нанесена база под тени. Давайте приступим к макияжу глаз. Сегодняшний макияж я буду делать с палеточкой от Zoeva Cacao Blend. И начну я с самого светлого оттеночка, который я буду наносить под бровь и в уголочек глаза. Теперь черным карандашом, у меня это черный карандаш от Криолан, я прорисую слизистую и между нижними ресничками. Теперь темно-коричневым матовым оттенком я подтушую карандаш. По краю темного цвета я нанесу фиолетовый перламутровый оттенок. Теперь все растушую пушистенькой кистью. Складочку века я прорисую коричневым оттенком светлым. Теперь в складочку века я добавлю более темный оттенок.
Во внешний уголочек глаза я буду добавлять темно-коричневый оттенок матовый. И подтушевывать все маленькой пушистой кистью. Теперь на все подвижное веко я добавлю фиолетовый оттенок. Теперь поверхность слизистой я также прокрашу черным карандашом. Теперь я прокрашу ресницы и макияж готов. Мой макияж готов. Получился он очень яркий, насыщенный. Это такой вид smokey eyes, и мне кажется, с таким макияжем глаз и с подводкой нижнего века, да, слизистой, мне кажется, мой цвет глаз стал более ярким, более таким контрастным, более выразительным. Надеюсь, этот видеоурок вам понравился, и если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, и всем спасибо за просмотр, всем пока!